прошу все-таки прощения, потому что здесь все это тщательно надо, чтобы комфорт все это, потом про мне это потеть будет. Точнее не потеть, а нога будет давать испарина, то есть тепло, все это как испарина испаряться, влага. Ладно, так что как-нибудь до вас сниму видео более быстро. Хотелось поболтать, пообщаться. Вот здесь вот собачки вот параллельно бегают, тогда я снимал тут. Их запрягают и на них, садятся там. Не на них, а вот саночки. Так, ладно. Вот уже бежится хорошо, потому что тут уже народом укатано. Тут мужчина уже 14 лет. Я с ним периодически встречаю, разговариваю. Не молодой, бегает, накатывает. Вот именно этот участок он сам проложил. Кто не ленится, тем тоже спасибо. И вот он проложил его как? Ну, не там, где вот я показывал, где дышите глубже. Раньше можно было, бегали все лыжники 14-15 лет назад. Потом эти квадроциклы все поломали. Поэтому здесь такая лыжня проходит, где не особо им доступность. Но могут они вот здесь вот давить, где пошире ехать. А дальше там и болото, и леса, и плотно растущий вот как раз лес, деревья между собой. Уже им нет смысла тут в лесу.
Прошу прощения. На поле выдвигаем. Видите?
чуть-чуть я не споткнулся. Сугробы глубокие. Да, палки проваливаются. Дальше говорю, да. Сугробчики не маленькие. Если чуть дальше не туда палку поставить, она может углубиться глубоко. Тем самым споткнуться. Thank you.
вот добрели, где стройка. Не знаю, как тут придется снять, конечно. Ой, чтобы не пачкать. Маску не царапать лыжи. Сейчас попробуем. Главное параллельно ставить лыжи. Так.